Да, трос. Есть идея. Трос газа только заехали, постояло в помещении чуть-чуть и все работает. Выглядывай в салон. Андрюха. Пиши в салон. А, подожди. Стой. Выглядывай. Так дай мне свет. Ну давай. Вылетать, ну не уверен, что будет вылетать, но. Не вылетает? Не-а. Ты же говорил, он с двух частей. А? Ты же говорил, он с двух частей, может там. Там вылетает под машиной где-то. Он там за деревом. Там не вылетит. Так, так. Два, двух, нет. Андрюха решил трос весь вынять. Смотрите, процедура очень несложная. В натуре антифриза туда залить. Антифриза, что угодно можно залить сейчас туда. Смотри, будет вылетать что-то? Подожди. Давай. Ох, ёсканый бабай. Тормозуха с водой, наверное. Тут такой туман внутри. Конечно, замерзнет там. Вот и вся проблемка. Все, ремонт окончен. Ремонт окончен, говорит. Это точно. Так, сейчас мы его туда добавим. Блин, масленка у тебя модная. Сейчас она закачается. Пошла. Посмотри, откуда вылетит. Хорош, Андрюха, вылетело все уже. Не, если сербает, значит оно там есть. Я ж... Замшевые ковры и постели. Так из-за этого трос испачкался? Ну. Из-за меня, думаешь? Зажал, залупа, за... Ни ковров, говорит, да. Велюровых нету, ничего. Ни замшевых. С BMW положил бы туда. Да есть у меня с Гранд Чероки, можем положить. BMW. Да нет, лучше с Гранд Чероки, он больше подходит по этому, по стилю. Я говорю, в BMW тебе ковры не нужны. Блин, трос бомбезный, конечно. Главное, что он не расстановался, он работал. Да, все четко там. Просто вода. Просто вода. Что, ставь, сейчас поедем обратно. Или рано еще? Блин, как хирург. Мне уже говорили, как стоматолог. Да, есть сходство. Я встречать пойду или рано еще? Встречай, говорит. Блин, масло вылазит, Андрюха. Значит, трос идет, говорит. Да, антифриз и шприц решил бы вопрос на месте без проблем. Ну, понимаешь, это хорошо, если в полевых условиях, понимаешь, антифриз заглянул, типа. Ну, я надеюсь, на этого проблем не будет. Блин, масло все сюда идет. Это хорошо. То, что надо, там останется. Согласен. Все, вышел, Андрюха. Хорошо. Ну да, все промазано теперь. Капитально. Все. Нет,
негативного влияния. Масло синтетику надо было туда с этого взять, залить. А я какое залил? Синтетика там? Ну да, блин, я плохого не заливал. 5W40? 5W30. О, это еще лучше. Моторчик, обратите внимание, весь сухой нигде, только на заливной пробочке, то, что ты говорил, резиночка не очень, да? Ты сейчас видео снимаешь? Да. Ты видишь, не это, нигде никаких потеков, ничего. Ну, да, только запотевание и все. Да. Ну, я говорю, колечко. На камеру иди сюда, Андрюх. Позвал Андрюху, чтобы он это увидел. Радиатор как выглядит, это жесть, да? Ну так смотришь, снимок вроде сделаем. Не такой страшный. Да, да, да. А на камеру просто... Камеру ужас. Это радиатор, друзья, наш, да, ужас, не то слово, да? И целый не течет. Да. Вчера заезжал там к товарищу, он на X5 менял, понял? Снятый как новый. Я говорю, сколько лет X5? Там что-то ему лет 11-12. Не сильно старый. Я говорю, о, радиатор как мало живет. Он говорит, так это уже не родной, уже Nissan помененный был. То есть это уже второй умер. Тупо говорит, как решето. Ну, все качество, то, что все знают, что все, что новое. А этому ж прикинь, сколько лет этому радиатору. Это с какого-то Passat'а B3, 4-го. Ну, то есть ему, блин, лет 25 минимум, а то и 30. Даже хоть даже 20, но это... Уже да. Солидно уже на сегодняшний день. Да. Да, 20. 20 никак не выходит, потому что в 2000-м уже таких машин не выпускали. Да, Passat B4, B3, это все. Они там не в третьем году закончили? Не. А, B5 пошел уже с 97-го, 8-го. 7-го, 8-го, B5 пошел. То есть ему минимум 23 года этому радиатору. Это если с самых последних выпусков он был, в чем я сильно сомневаюсь. Что там, все? Да, почти. Сейчас быстренько стартер подправляем, делаем тебе печку и ты домой на нем. Ну да, на следующей неделе. Что на следующей? На сегодня поедешь, на следующей вернешься? Да не, а бэха как? Хай себе стоит. Да нет, ты что, это опасно. Я же говорить когда-то надо. Да. Лучше, чем было? О, чья раса? Моя. А, у тебя раса? Плотненько, да, работает? Не выкидывай. Не знаю. Жди там, по-моему. Втягивающий. Подай на втягивающий. Не, без этого просто на само втягивающее, чтоб выбрасывает оно или нет. Потому что так. Работает. Работает. Там, блин, он так работает, что из рук выскакивает. Лучше стартер придержал. А что, уже все? Да, падай. Стартер. Нет, ты не май, просто держи. Шпилька это выкрутим. А как хорошо, что недавно крутили. Хорошо крутится, да? Говорю, мотор такой чистенький в плане нигде масла вообще, вот только из-под пробки. Так, так приятно. Я вот потому и говорю Максу, говорю, блин, может от Таврии поставить мотор на москвич? Может течь перестать? Это понижение появится, если коробка будет боком таврическая стоять. Да, да, коробка же ненадежная. Таврическая? Ну да. Можно от Ланоса поставить через переходную плиту. Ну как вариант, да. Они продаются. И плита продается. На сенсах же даже те же 1.3 есть. С завода шли. Все, вынимай. С завода шли коробки, понимаешь, ланосовские. Она так, крепче выходит. Тут ничего не видно, но судя по всему, подустал.